Друзья, здесь есть много киевлян, у нас есть одна общая проблема, которая нас объединяет, многих из нас. Это футбольный клуб «Динамо Киев». Как говорил мой профессор искусственным интеллектом обычно занимаются чаще всего прикладным. Те люди, которым не хватает естественно. Олегу Владимировичу Блохину и любому тренеру, в принципе, доступному русскоговорящему просторах СССР, абсолютно не хватает естественного интеллекта. И я предлагаю хотя бы набросать фреймворк, приложение, которое заменяет, то есть оно берет гениальные приемы Лобановского. И это обучающий тренажер для футболистов, когда они точно знают, как бежать, куда бежать, с какой скоростью бежать. Вот. Короче, я думаю, что за 2 месяца в Кончезаспе после реализации нашего проекта они будут, короче, бегать и бить как надо. ФИФА 2014? Мне нужен архитектор, мне нужен юзабилист. И команда футболистов. Кто-нибудь с лиспом. А электрончик нужен, который типа скелетную модель обвешивает их и все. Да, да. То есть это будет как-то те велосипедистики, но наших будет бить током, когда они делают. Вопрос. Я думаю, я 9 лет футболист «Динамо». Можно приложить. Отлично. У меня есть 6 лет. Он играет в юношеской школе «Динамо Киев». Тренируется на Нивках или на Поздняках? Кончезаспа. Кончезаспа – это база. Да, там они 9-летних еще... Да, они там играют. Первый состав. Пока снимок, попадешь в основном. Вопрос. На самом деле, человек вспомнил за FIFA 2000 года, я там не играю, но на самом деле компания EA Games предоставляет конкретный двигатель для футбольных клубов. Там все игроки Я не предлагаю из Плохина сделать футбольного менеджера. Нет, я не говорю... Почему нет? Просто моделировать ситуации и там как раз именно это сделать. Причем можно их потом проще купить двигатель, где уже собраны все команды и лучшие игроки, и на нем построить. Мне кажется, за хакатон вполне мы можем хотя бы модель этого искусственного мозга Плохина вместо Плохина в состоянии разработать и сделать уже некий фронтенд для... Плохина можем. Футболиста, который... Это твоя идея или Блохин попросил? Или Блохин попросил? Или Блохин попросил? Ты признавайся. Нет, нет, Блохина я ненавижу. Я жил напротив него. Это шахтера человек. Да, напротив него. Ты в тюрьме сидел?